работе Renault Scenic 2013 года и менять будем фильтр салона на нем. Погнали. Так, фильтр салона находится за бардачком. Для того, чтобы достать его, нам необходимо снять сам бардачок. Чтобы его открутить, необходимо снять вот эту вот декоративную накладочку. Она просто вщелкнута. Сейчас будем снимать. Слушай, ты не ори там. Кино делаю, а он орёт. Так, накладка стоит вот на таких металлических креплениях, которые просто вщелкиваются в отверстие. Доставали мы при помощи такого вот клина пластиковый, так что ничего царапать ему и сломать практически невозможно. Так, накладочку сняли. Что делаем дальше? Так, накладку сняли. Под ней находятся болты крепления бардачка верхние. Вот здесь 4 болтика под звезду Т20. Нам сейчас необходимо снять вот эту боковую накладочку, тоже ее подковырнуть, снять сторону и открутить болты крепления бардачка. Накладочку вот здесь подковыриваем, тоже и отщелкиваем. Вот как так можно? Здесь штекер, его снимаем. Есть. И убираем в сторону эту декоративную накладочку. Теперь откручиваем 4 болта верхнее крепление бардачка. И с этой стороны тоже видим, есть болт крепления под звезду Т20, его тоже откручиваем. Так, эти верхние болты открутили. Тут еще есть снизу один болт крепления, который находится вот под здесь под защитой. Тоже не, надо снять вот эту вот часть защитки пластиковой и открутить оставшийся болт крепления. Вперед! Она просто выщелкивается, стоит на быстросъемочках, тоже таких небольших. Проблем с ее снятием особо нет. Здесь достали тоже. Thank you.
открутили все 6 болтов крепления. И тоже он довольно-таки плотно там защелкнут, его выщелки. Тоже, как видим, тут стоят такие вот направляющие с металлическими защелочками, которые довольно-таки плотненько там вставляются. Все это потом попадаем при установке. Так, это сняли мы бардачок. Тут бардачок у нас снят. Где фильтр у нас располагается? Фильтр располагается вот здесь. Проводочек в сторону уберем, чтобы нам чуть не мешал. Вот здесь такая крышка имеется. Плохо видно. Так, 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 откуда? Так, добрались, сняли бардачок, уберем вот эту вот трубку в сторону, чтобы нам не мешало. И вот здесь под проводом крышка, которая просто стягивается на себя. То есть вот за эти два ушка берем и вытаскиваем. Достали. Вот наш фильтр. До него добрались. Достаем фильтр. Сравниваем с новым. Ну что, фильтр по размеру такой же у нас. Состояние старого, видим, чуть-чуть подзабит уже был, но не сильно. Направление у нас это от лобового стекла, он так вот устанавливается. Все правильно стоял. Этот ставим так же. Вот направление движения воздуха. Ставим. Переходим к установке. Собираем все в обратной последовательности. Прикрываешь спины тех, кто не пришел с тобою. Стало очень некрасиво.